32-летняя финалистка «Фабрики звезд 5», певица Юлианна Караулова стала гостьей YouTube-шоу Алены Жигаловой «Алена, блин». Артистка рассказала о своем уходе из продюсерской студии Максима Фадеева. Она стала первой, кто легко, без скандалов и взаимных претензий ушел от Фадеева. Продюсер предлагал ей стать одной из солисток группы «Серебро». На тот момент он уже нашел Серябкину и Темникову. Певица отказалась. «Я понимала, что мы не сработаемся с девочками, я их знала, у нас были очень хорошие отношения, но понимала, что будет сложно», — призналась Юлианна Караулова. Певице хотелось выступать сольно, но все же она участвовала в группе Five Star Family. Первое время Юлианна, Валерий Ефремов и Василий Косинский были прекрасным и слаженным коллективом, однако спустя примерно 4 года в группе начался разлад. Конфликты, по словам Юлианны, начали происходить по любому поводу.